Вітаю в ефірі «Тема дня». Сьогодні говоримо про секрети дресирування собак. У нас у гостях професійний кінолог Максим Карнаух. Вітаю. Здравствуйте. Пане Максиме, з чого почати дресирувати собаку? Ізначально нужно выстроить, ну, собаке определенные правила. Как только вы берете щенка в дом, вы должны уже взять много вкусной еды для этой собаки и начать ей самые элементарные команды. Сидеть с помощью наведения. Не механический. Механический способ – это там усадка с помощью рук, там, ошейника. Это немножко не то. Изначально, чтобы качественно выдрессировать собаку, собака должна хотеть с вами заниматься. И тогда все будет хорошо. С помощью лакомства и игрушки мы наводим собаку на команду, этим же поощряем. Таким способом формируем условный рефлекс у собаки на команду. Які команди самі перші, що можуть бути? Я думаю, самая важная команда для бытового клиента – это команда «Ко мне». Дома ее отрабатывать очень просто. Просто делаем, берем еду, делаем шаг назад, ко мне, кусочек, ко мне, кусочек. Потом кто-то из членов семьи может придержать собаку, мы убегаем там на расстояние комнаты, зовем ее опять ко мне, радостно зовем. Собака прибегает, мы ей даем кусочек и хвалим. Очень важно в дрессировке это эмоции. Чем больше эмоций вы будете своей собаке показывать, тем лучше она вас будет понимать. Окрім домена, що ще? Команда сидеть, лежать. Рядом. Я думаю, это вот самые основные команды. Стоять, место. С какого віку краще починати дресирувати? С первого дня, как у вас появился щенок в доме. Вы уже дома начинаете заниматься, выстраивать ему определенные правила. На дрессировочную площадку я советую идти после карантина. Как только закончился карантин, я советую сразу начинать заниматься собакой на площадке. Ее там нужно социализировать, чтобы собака адекватно относилась к людям, адекватно относилась к другим собакам и комфортно себя в целом чувствовала на улице и с вами. А карантин это что? Во время того, как мы щенка берем, обычно, ну, у нас есть одна прививка папе. Потом мы идем в ветлечебницу, нам делают еще прививки. После этих прививок нельзя гулять определенное время с собакой на улице, так как она подвержена заразе. А чи всі собаки піддаються дресуруванню? Чи такі? Абсолютно все. Главное, чтобы у собаки был ярко выражен пищевой инстинкт. Я советую даже щенка не кормить просто так. Кормить его за дрессировку. Скармливать ему ту же всю норму, весь его там корм или там кашку, но за что-то. Сидеть – кашка, там лежать – кормик. И тогда собака научится с помощью вас, она научится, ну, что-то делать, чтобы получить еду. Сколько может тривати цей період? Сколько в целом нужно дрессировать собаку? Сколько в целом? Но я советую, как бы, дрессировать собаку нужно всю жизнь. Поощрять собаку нужно всю жизнь. Но в целом, для хорошей базы послушания вам хватит 20-25 занятий с профессиональным кинологом. Если тут важно научить вас управлять своей собакой, а не научить собаку делать команды сидеть и лежать, там стоять. Тут именно вас нужно научить. Какие основные помилки початківців, дресирувальників, які вони роблять? Як цього уникнути? Это первое, прийти на площадку, когда уже куча проблем. Когда собаке уже там полтора года, она агрессивная или вообще в отрез не слушается, это самая большая проблема. Нужно прийти со щенком, тогда у вас будет все намного легче и глаже. Нужно найти время на щенка. Если мы заводим собаку, это, ну, большая ответственность. Мы должны много времени уделять этой собаке. Минимум там час прогулки утром, час вечером, но это минимум. Щенка нужно вообще гулять там 5 раз в день, понимаете? И тогда будет все нормально. И главное понимать свою собаку. Не наказывать ее просто так. Собака не понимает, если она там отписалась дома, а вы пришли, ее и наказали за это. Она не поймет, за что вы ее наказали. Нужно со щенком особенно делать все максимально на позитиве. Як правильно утримувати собаку в себе вдома? Утримувати, ну, якщо у частному домі чи в квартирі? Ну і так, і так. Смотрите, в частному домі я советую, конечно, если это собака крупной породы, содержать ее в вольере. Ну, в плане, она, если вы там уходите, можно ее закрыть в вольера так, чтобы у собаки был большой свободный выгул по территории вашего дома. Чтобы собака не сидела на цепи. Это важно, потому что очень многие у нас садят собаку на цепи, собака там творит, ну, неизвестно что. Это неправильно. Собака должна общаться с человеком. В квартире
Ну, чтобы очень большая проблема, это щенки там много портят, да. Я советую купить клетку или бокс, и, ну, не сделать этот клетку и бокс как наказание какое-то. Вот ты плохо себя ведешь, я тебя этого закрываю. Сделать это уютным домиком для собаки. Иногда там кормить, гулять, там, ну, в этом мячик ей туда кидать. И тогда собака привыкнет, что клетка – это ее уютное пространство, как ее небольшая комнатка. И тогда собаке там будет комфортно и легко, и вы избавитесь от многих проблем. Чи завжди собака – це охоронець? Не все собаки, к сожалению, способны охранять человека. Даже если мы возьмем там самую распространенную породу, немецкая овчарка, к сожалению, не все ее представители способны на реальную охрану человека. Очень мало собак реально готовы охранять человека в живой жизни. Как взять собаку, допустим, в подорож? Що треба? Без проблем. Это нужен перечень определенных документов, нужны титры. Это все можно, ну, там более детально рассмотреть на сайте Кинологического союза Украины, просто это очень долго вам рассказывать сейчас, у нас не хватит времени на это, к сожалению. Ну, нужны 100% все прививки, нужно заранее выкупить, там, если авиабилет, сразу определиться, ну, как, все зависит еще от размера собаки. Если это большая, там, немецкая овчарка, она будет перелетать в боксе. Бокс должен быть по всем стандартам. Если это немецкая овчарка, которая едет в поезде, насколько я помню, это нужно выкупить все купе, чтобы вам там было с ней комфортно. И нужны, ну, документы все на собаку, родословная и так далее. Якщо пес не слухняний, от на вулиці, припустимо, що для цього треба робити і скільки може зайняти період соціалізації? Активная социализация у собак идет до 8 месяцев. То есть вот с 0 до 8 идет. Что для этого нужно делать? Изначально начать правильно с ней заниматься. Правильно поощрять собаку. Всегда брать с собой еду на прогулку. Собака к вам подошла, вы ей дали кусочек. Собака там выполнила команду определенную, которую вы ей дали. Вы ей опять дали кусочек. Порадовались. Это очень важно. И тогда, я думаю, у вас будет все хорошо с собакой. Но я бы советовал посещать, ну, профессиональные дресс-площадки. Там есть специально обученные люди, которые вам помогут. Чи завжди можна, треба гуляти з собакою на повідку? Чи все ж таки можна обійтись? Ну, нет, конечно, желательно, чтобы, если это крупная особенно порода, чтобы у нее был свободный выгул. Но, к сожалению, в нашем городе есть одна специализированная, как бы, площадка, где собаки могут гулять без поводка, без намордника и все вдоволь. В городе, конечно, это, ну, усложняется намного. Там, ну, как по мне, не совсем правильно будет отпустить собаку на проспекте, чтобы она бегала без поводка, потому что это могут люди и бояться, и, ну, для собаки может быть травмоопасно как-то. Из-за этого я считаю, что нужно просто больше площадок в каждом районе, чтобы люди там смогли гулять, специально оборудованных. Ну, гулять без поводка с собакой нужно, чтобы она тоже побегала, попрыгала и получила удовольствие от прогулки. Буквально декілька порад початківцям, як зробити так, щоб собака стала для тебе справжнім другом? Всегда брать с собой еду. Это 100%. На каждую прогулку брать с собой еду. Не лениться гулять с собакой, не лениться, не стесняться окружающих, показывать ей много эмоций своих, особенно со щенком, если это позитивных эмоций. Много играть с собакой, много проводить с ней времени. Вот это вот самое главное. Это, ну, гулять с собакой, общаться с ней, а не просто, чтобы он у вас был как, ну, ваза в комнате. Он живое существо, она, которое хочет общаться с человеком. И мы должны помогать ей общаться и понимать нас. Ваша думка, все ж таки собака – це справжній друг для людей? Так, звичайно. Це, ну, очень, ну, очень хорошо, особенно когда молодежь, знаете, с собаками приходит, занимается, а не занимается всякой ерундой. Собака может тоже человека очень многому научить. Научить тех же искренних эмоций, как она проявляет. Люди иногда, ну, намного хуже это все делают, чем собаки. Собака – это верный друг, но ее нужно правильно под себя воспитать, чтобы вам с ней было комфортно. Дякую за зустріч. Нагадаю, у нас сегодня был в студии профессиональный кинолог Максим Карнаух.